В День защиты детей поздравления принимают не только виновники торжества, но и их родители. Особое внимание 10 многодетным семьям, в которых третий ребенок появился совсем недавно. Счастливых мам, папы и их чад чествовали в центре «Активное долголетие». В этих стенах всегда царит тепло, любовь, и наше старшее поколение всегда им окутано, и все-таки семья начинается в том числе от бабушек и от дедушек, и они прививают семейные традиции, и поэтому именно сегодня мы здесь решили провести такое теплое мероприятие. У кого красавцы сыночки и лапочки дочки, а своих мальчишек Марина Эдоси называет не иначе, как тремя богатырями. Младшему скоро год, он пока все время проводит с мамой, а вот старшие, более самостоятельные, успели обзавестись хобби. Конечно, успеваем, стараемся по возможности успевать все. Главное, чтобы дети были довольны, улыбались. Ходим на кружки. Старший занимается тэквондо, английским языком, плаванием. Средний тоже занимается рисованием и поет, танцует. Многодетной маме непросто, скажем, да, потому что и разбудить надо всех, поднять, накормить, потому что забот, хлопот очень много, но и также это радостное, да, звание мамочка, потому что сколько мамочка излучает своей любви, энергии, а сколько к ней это все возвращается, когда детки здоровые, счастливые. В конце праздничного вечера гостей ждал музыкальный подарок. Творческое поздравление для многодетных семей Красногорска подготовили детская фольклорная студия «Лазаревый цветок» Центра творчества «Цветик-семицветик» и образцовый коллектив «Веста».